Господа, приветствую. Опять же, продолжаем пробовать вины с группы «Зацени». Спасибо подписчику, который оставил вино. Вот само вино. Что это у нас такое? Это у нас называется вино «Кадеио Санжавезе Пулия». Вино, защищенное географического указания региона Пулия, красное сухое, EGP. Год урожая 2017. Изготовлено из винограда сорта Санжавеза 100%. Эксклюзивный дистрибьютор АО ТД Арома, Россия, город Москва, Береговой проезд 5. Изготовитель-экспортер Тинация СРЛ. Процентов алкоголя у нас здесь 11,5%, емкость 0,75%, акцизная марка, используется корковая пробка. Для дегустации нам понадобится плевательница, понадобится бокал для красного вина, понадобится нож сомелье, он же нарзанник. Открываем в 2,5 движения. Это вино приобретено в красном и белом. Пробка здесь у нас пластмассовая, потому что, в принципе, само вино недорогое. Цену я напишу здесь внизу. В недорогих винах пробка выглядит, ну, вот примерно так. То есть пластмасс, пластмасс. Давайте пробовать. Цвет. Цвет вина гранатовый, достаточно прозрачный, с легкой, может быть, кирпичной окаемочкой, чуть-чуть буквально, чуть-чуть, не знаю почему, но вот она есть. По цвету вино, как вино. Этикетка выглядит вот таким вот образом, здесь герб, здесь нарисована какая-то женщина. В принципе, приятная гармоничная этикетка, даже, я бы сказал, такая запоминающаяся, 2017 год. В принципе, это Санжавеза, да, то есть Санжавеза это, как правило, там центр, да, Тоскана, Кьянти, где-то в ту сторону. Здесь же Санжавеза в Пули, да, это самый, ну, не самый, но это, короче, у юга, да, там. Посмотрим, что там. Там более теплый климат, да, там более жарко, поэтому вина должны быть более такие насыщенные, более пышные. То есть Санжавеза из Тосканы должен отличаться из Санжавеза из Пули. Ну, понятно, что здесь образец недорогой, да, то есть, возможно, он и не будет сильно отличаться, но это, скажем, как правило. Аромат-запах. Ну, в первом носе это вот как раз чувствуется, что вино недорогое, да, то есть, такой еле-еле уловимый, сливочно-клубнично-леденцовый аромат, такой сладковатый, такой тонкий, еле-еле. Давайте покрутим. О, здесь попёрла анималистика, скотный двор попёр. Такие темные фрукты какие-то. Аромат такой достаточно насыщенный, плотноватый. По аромату я бы сказал, что это даже не Санжавеза, а какой-то Каберне Совиньон куда-то в ту сторону. То есть на Санжавеза он в аромате как-то мало похож. В аромате как-то только анималистика, то есть каких-то фруктовых нот я особо не чувствую. Ну, они есть немножко, но они не выпирают, они, то есть в основном выпирает анималистика, да, вот этот вот скотный двор, какие-то где-то пуки, да, как я называю, то есть ароматика такая землистая немножко даже. Возможно, чуть позже откроются фрукты, возможно. Вино у меня охлаждено так, как надо, не переохлаждено и оно не теплое. Возможно, еще чуть откроется. Ароматика очень приятная. Я бы даже сказал, на удивление, она какая-то, что ли, благородная немножко, да, такой. Я бы даже сказал, с такой благороденцой, да, небольшое. Слово, конечно, такое не существует, но все же. Вино не вызывает отторжения, во всяком случае, у меня. Но оно такое в аромате бархатистое, в принципе, покладистое, да. То, что анималистика. Ну, мне это интересно, да, мне это нравится. Кому-то, может быть, не понравится, да. Кому-то, возможно, нужны такие фрукты, чтобы были там какие-то ягоды темные, еще что-то, да. Здесь, ну, такого нет, такого мало. Если из-за ягод, то скорее черноплодка, что-то вот уходящее в ту сторону. Открывается, интересно, ель, да, шишки, смола.
ментол небольшой даже. Чуть стало больше сладости, такой леденцовый, немножко стало побольше. В принципе, вино даже в бокале, ну вот сколько я писал, да, то есть оно даже немножко развивается в бокале, это интересно. Открываются такие травянистые ноты. Сейчас оно становится похоже на Санжавеза. То есть изначально оно было вообще прям, ну реально прям похоже на Каберне Совиньон, причем на такой, на какой-то из Франции, да, из Бордо, откуда-то оттуда. То сейчас, да, он скатывается, я бы сказал, к Санжавезе, да, и стало напоминать такую вот именно Италию, да, то есть такие ассоциации пошли именно с Италией. Сразу хочется какую-то мясную нарезку, да, из колбас каких-то, из сыров, чего-то такого. Пиццу даже, может быть. Но вино, повторюсь, оно в аромате не дешевое. Уделяю большое внимание аромату, потому что, ну, раз аромат предлагает, да, о чем-то поговорить, как-то развивается, то, я считаю, надо об этом поговорить. Это я еще даже пока не пробовал. Да, прям превратилось в такое нормальное, обычное Санжавеза. Не дешевое в аромате, не дешевое, но, повторюсь, в аромате. Давайте пробовать. Что у нас во вкусе? Чувствуется алкоголь, он ненавязчивый, но чуть-чуть вот есть, да, вот эти вот именно алкогольные нотки, они присутствуют. Вино достаточно такое сочное. Оно не водянистое, но оно не плотное, что-то такое вот средненькое. В принципе, вкус продолжает аромат, то есть какие-то травянистые, вот это вот анималистика чуть-чуть, да, какая-то даже, вот я уже говорил, рябина. Сразу хочется закинуться какой-то нарезкой, да, из колбасы, из чего-то такого. Очень гастрономичное вино, то есть под него хочется сразу что-то скушать. Пасту, пиццу, ну, желательно что-то мясное и с таким, с томатным соусом. Будет вообще прям идеально. Вино сбалансированное, кислотность хорошая. Танины не супер вяжут, но они чуть-чуть есть. То есть, чуть-чуть чайного пакетика есть, но он скорее балансирует кислотность. Вино не супер кислотное, я бы сказал. То есть, как-то я даже встречал Санжавеза, да, там именно Кьянти, конечно, более кислотный. Из-за того, что, скорее всего, юг, да, оно такое более сдержанное. Но все равно схоже на Санжавеза. Если кто-то пил только Кьянти, да, с сортом Санжавеза, то есть, соответственно, похоже на Кьянти, но оно более такое спокойное, более покладистое, да. Ну, опять же, смотря какое Кьянти. В вине есть горчинка, послевкусие вообще, в принципе, среднее, то есть, вино остается внутри, да, оно тянется, вкус остается, он не пропадает, как вода. Это хорошее вино, оно достойное, но очень гастрономичное, да, то есть с ним особо не посидишь, да, с товарищем, с другом где-то о чем-то не помечтаешь, но просто если есть необходимость с кем-то встретиться и просто обсудить дела и как дополнение вино, это хороший вариант. Опять же, я повторюсь, очень гастрономичное, то есть под него нужно, конечно, какое-то сопровождение. Вино оставляет приятные впечатления, вот приятное, да, оно хорошо сделано, оно сбалансировано, оно похоже на Италию, оно похоже на Санжавеза, претензий вообще никаких нет. То есть это простая классификация, ждать от него каких-то там нереальных, конечно, вкусов и ароматов бессмысленно, да, ждать это все, но для своей категории, в принципе, для своей цены, в принципе, оно подходит. Конечно, это не находка, да, там супер какая-то дешевая, но это абсолютно нормальное вино. Вот абсолютно нормальное. Давайте сделаем оценку этому вину. Это вино, которое не хочется выплюнуть. И, в принципе, оно хорошо сделано. То есть, прям не докопаешься вообще, не на йоту. Поэтому Санжавеза Пуглия, Каде Ио, 2 плюса. 2 плюса. То есть, покупая это вино, если вы хотите, если вы знаете, что хотите получить от Италии, от Санжавеза, покупая это вино, вы это получите. Adiós.